Ароматные колбасы, свежая выпечка, современная мебель, высокотехнологичное оборудование. Предприятия сферы услуг и туристического комплекса выставили свои самые лучшие изделия и предложения на выставке «Анапа. Самое яркое солнце России». Быть лучшим – значит делиться опытом и перенимать передовые наработки партнеров и конкурентов. 125 здравниц курорта Анапа рассказали о своих наработках. К анапчанам присоединились предприятия из здравницы Сочи, Туапсе, Новороссийска, Ейска, Темрюка, Геленджика, Апшеронска и других приморских городов. Познакомиться с предложениями приехали делегации из столицы Екатеринбурга, Смоленска, Самары и других городов России. 22-ю международную выставку открыл глава Анапы Сергей Сергеев, который гордится своим городом и стремится сделать его лучше и привлекательнее для туристов. Лучше курорта, чем город-курорт Анапа, нет и существовать не может. У нас есть задумки, у нас есть мероприятия, которые мы сегодня реализуем. Мы улучшаем инфраструктуру, многомиллиардные средства за последние 2 года вложены в город-курорт. И еще многое-многое мы делаем для того, чтобы наш отдыхающий чувствовал себя комфортно. Анапа – один из самых безопасных курортов на территории России. Мы гордимся этим, но поверьте, за этим стоит огромная работа нашего населения и наших силовых структур. Среди 240 экспозиций есть уже привычные многолетние партнеры, есть и новички. На этой выставке мы впервые. Наше учреждение предоставляет услуги по обучению рабочим специальностям. Цель на присутствие нас сегодня на этой выставке – это, конечно же, пригласить организации санаторно-курортного комплекса к сотрудничеству, чтобы они обучали свой уже имеющийся персонал, то есть повышали квалификацию. Глава курорта и именитые гости выставки осмотрели павильоны, полистали буклеты, интересовались проблемами в каждой отрасли, обсуждали инновационные предложения. Особое внимание средствам размещения и туроператорам. Необходимость классифицировать средства размещения сделают конкуренцию жестче, но качество услуг непременно повысится. Уровень выставки хороший. Глава очень большое внимание уделяет курортам, мы это видим, мы ощущаем. И я думаю, что этот год, он переломный. Вот у нас до 2008 года не было такого, что началось уже в конце прошлого, в этом году. Впервые в выставке экспозиции крымских коллег. Павильоны участников не пустовали ни минуты. Конкуренты и партнеры с живым интересом рассматривали стенды соседей. Пополняли блокноты пометками, карманы, визитными карточками. Выставка – отличная возможность завязать новые деловые знакомства, расширить сбыт своей продукции и приобрести новый опыт.